Здравия желаю. Сегодня я решил проверить, как эта схема, значит, с изменением, минимальным изменением кратности времени, то есть время 0,2 секунды, 0,3 десятых секунды, сейчас пока в десятых. Вот. Оно только на тот, на большой, вот, то, что я вам показывал, где большая инерция работает. Или работает вообще, в принципе. Этот принцип, может, он вообще универсальный. Вот об этом я решил проверить. Сейчас я вот подключу реле и посмотрим, как оно работает. Сейчас то же самое, 0,2 секунды и 0,5, но оно 0,466. Вот, значит, включаем и включаем прибор. Вот прибор. Так. И что происходит? Видите, максимально пятерочка стоит. Минимально стоит троечка, но увеличивается. Вот 3 уже 50, 5,43, 3,54 где-то в среднем. То есть то же самое, оно не теряет, не успевает терять, даже здесь, как бы сказать, особой инерции-то нет. Это магнитный мотор. Вот сейчас меньше трех, 5,3, 3,5 вот. Ну пусть 5,3 даже. Видите как? То есть, возможно, этот метод универсален. Дальше. Я провел замеры. Они, видите, что то же самое здесь схема. Вот она здесь получается по-другому. Здесь мотор магнитный, здесь вот сразу получается минус 17 ватт. Это, ну, я уже все просчитал на таких напряжениях. А дальше получается вот что, видите, 13-13 где-то, это на 3, а тут даже больше. То, что она немножко как-то подождать, она даже увеличивает, потому что обратные токи идут. 13-13, 26, 30, видите? То есть и получилось у нас при таком раскладе вот 0,2, 40 и 46 сотых стоит. А движение продолжается, и ток, как вы видели, падает. Где-то на 2 вольта получается 30, видите, 30 выход ватт, а 17 вход. То есть вот такая вот ситуация. 30 разделим на 17, 176 кпд, 176 получается КПД. Но это еще можно увеличить скорость, это так, я 176, это так, для пробы пока. 176% уже 176 дает. Увеличить скорость, то будет и получше. Видите, что еще можно сделать, значит, с проводов, вот с этих вот, которые на мотор идут, когда здесь отключено. И обратно берем вот на ионисторы, наверное. Потому что тут напряжение слабое. Но это я потом сделаю. Сейчас просто проба. Не будем получать 17 ватт тратить, а 30 ватт зарядки на ионисторы получать. То есть КПД 176%. То есть, возможно, этот способ, он универсален. Будем дальше проводить опыты.
И заказал, значит, на реле в пятницу заказал. На 0 сотые. Посмотрим на сотых, возможно, и лучше будет. Возможно, на сотых еще будет лучше. Но пока на десятых тоже не платили. На том, значит, на большом, как вы видели, около 200 кпд. На этом даже еще лучше. Здесь даже ничего еще не делал, просто так это. Ну, прикинул так. Прикинул вообще, как оно. А уже потом можно тут и инистры поставить там. И от батареек это питать, и нет сети. То же самое будет. То есть получается КПД 176.